закон актуален для России, может быть, даже более, чем для других государств. И речь идет не столько о курильщиках, сколько о, я бы сказал, мусорщиках. Не тех, кто убирает, а тех, кто ссорит. И если люди не хотят уважать правила поведения, моральные правила, не хотят уважать труд работников коммунальных служб, дворников, других жителей, которые видят эти брошенные окурки, фантики, плевки, бутылки и так далее, то государство в интересах общества, в интересах других граждан должно побуждать недисциплинированных людей к правомерному поведению. А правомерное поведение заключается в том, что не надо сорить. Не будешь сорить – не будешь наказан. Поэтому я поддерживаю такой законопроект и считаю, что необходим. Я сам хотел такой законопроект подготовить. Ну, просто много других было, и за всем не уследишь, во-первых. Во-вторых, я хотел более широкий. Потому что мы же, когда приезжаем в Европу, говорим: «Ах, какая чистенькая улица! Ах, как это хорошо! Ах, как хорошо это в Сингапуре! Как у них там все это, они все добились!» А почему же мы не хотим, чтобы у нас было чисто и красиво? Ведь далеко не все мусорят. Далеко не все. Мусорят только отдельные люди. Но нужно приучать к тому, чтобы этого не было. И на первых порах это может быть достаточно жестоко. Сумма 2000, ну, я думаю, что сумма должна быть достаточно весомой, чтобы человеку не хотелось этого делать. Но не чрезмерной какой-то. Поэтому, ну, может быть, 2000. Так что...